такое Как че? тебе этот сексуальный из Висконти? Да пойдет. Он где чем-то, знаешь, какого-то Кейдж напоминает из этой, блин, из МК. Ему очки накинь, да и в принципе он что-то такое. Есть Висконти, который слегка это... Джонни Кейдж. Что-то говорят, вторая часть The Last of Us выйдет на ПК. А хрен их знает. Оно точно надо? Почему нет? Не такая игра и плохая, да, там как бы это... Да как я сказать? Вообще как бы не против, но... Не, в принципе, если там не сбивайте голову, что, ну, типа, всякие вот эти ЛГБТ-моменты специально сделаны, то в целом-то не такая уж и плохая. Ну, как тебе сказать? Короче, я больше жду, наверное, какой-нибудь Spider-Man, чем какой-нибудь Last of Us. Ну, единственное, что она затянута, там прям... Потом сначала, считай, из-за одного перса проходишь, а потом то же самое из-за другого, типа, смотришь глазами второго перса. Там, это прям очень долго, там, наверное, часов 30, типа, чисто вот играть, просто вот играть, без всяких там этих побочек, грубо говоря, без всяких обследований карт. Вот, что-то нашел у одного из выходов рядом. Кого? Где? Хорошо. Пирамиды, по-моему, по террору, да? Ну что-то по звуку было такое. Все-таки ты дотянул, хоть я на гибкости полетел, но он своей этой херней промазал. Браздой своей. Ну ты там улетел на третий, что ли, этаж уперся? Да, да. Ой, блядь, падаю, походу. Ну, вроде пока успеваем. Один хотя бы. А, у него, как я забыл, этот перк. Железная мертвая хватка. А, ну то есть ты. Потому что я вырываюсь, но это не ощущает, короче. Вот там разбил этот. А у него этот, его перк, он, у меня сейчас террора не будет, нужно починить ген, который рядом. В принципе, там дед сейчас, наверное, починит его. Да он по мне. Блять, дед, ну чё ты ген, ты лучше ген бы тронул. О, я прилетел. Мне прям нормально. Я справлюсь, я выживу. У вас пока есть время тронуть ген. Ага, он идет. Что-то мне подсказывает, что я сейчас упаду еще раз. Пока я трогал ген, у меня что-то без огласки пропало. Но он куда-то прёт. Куда я фиг его знает, у меня тревога есть как-то, но... Толк от неё. Так не понял, у деда почему сейчас хилить его нельзя? Какой-то аддон у маньяка или чё? Давайте захилимся, что ли? Давай. О, там сзади вас происходит. Пробитие. Да, там разбиваем. Давайте на что-нибудь накинемся, починить. Например. Я так понимаю, нас сейчас приведут куда-то. Вполне себе, тут, да. До двух мест. На два. Ладно, пойду на спасение тогда. Ну что надо делать? А мне, кстати, спасать надо как раз, но мне там долго, мне надо 10 раз надо спасти, поэтому будем потихоньку накапывать. Я ж так-то не смотрел. Где-то сзади. Сзади нас, буквально. Так, сейчас я получу. Нет, не получу. А, тебя хили, а тебя хили. Удивление, нет. О, теперь можно. Я даже, блин, от этой убежать успел каким-то образом, блин, от пистюлей. Так, он меня поебал чуть-чуть.
Он меня чуточку прохибал, прям буквально вот здесь, на месте. Мне кажется, у нас на этом открытом этаже один остался одноместный, и там, где еще какой-то. Тоже одноместный все равно на карте это есть. Вау. Ой, блин, я сейчас получу пушку. И лежу. Где-то наверху, да? Да. Сука. Ну, я сейчас, скорее всего, висну где-нибудь на лестнице. О, да. Лестница. Здрасте. Здрасте. Блять, найдет сейчас, наверное. Вот так, да. Знал, что надо было лучше бы бежал. Так, меня я вроде бегу спасать, да. Дед меня спасает. Так. Давай. Сразу мы что-нибудь сделаем, блядь. А где один еще ген? Он, кстати, рядом с тобой. Да я знаю, что рядом со мной, буквально. Там просто такой подъем, ну. А то, что он рядом, я знаю, он. Я видел, как клетку сломал. Так, я... Блять, там... хилиться тут не надо. Потому что ему же приходит оповещение, когда... Блять. Законтрил моё без огласки, считай я труп. Блять, я лох, я в тупик забежал. Я его главное наебал, а сам в тупик забежал. Ну. Это не тот крюк. Нет. Это, блядь, не тот крюк, сука. Ну это вряд ли плюс один, хотя бы на ноль выйти. Хотя бы просто выйти. Знаешь, не помешал. Ой. Собственно, да, ноль. И то еле-еле. Где-то я аптечку забрал. Вам чинить надо что-нибудь. Логген остался один, вот это вроде село где-то чинить внизу. А где вопрос? А я не знаю. Я бы тебя, наверное... кстати, я сейчас вешаю, это оно там чинило. Лучше на третьем тоже, мне кажется, чинить где-нибудь. А там что? На третьем? Или помнишь, еще тоже вот место есть? А, кстати, подожди, сзади от тебя, по-моему, тоже был есть подъем. Да, есть. Но, ты видишь, вот там, что ли? Тут тоже сверху, да, за твоей спиной, сюда сверху ген есть одноместный. Она почему-то рядом с этим, ну, с висящим, но не стала снимать. Непонятно. И она успевала по времени. Боялась, что затуннелит или что? Блять. Ну, наверное, да. А времени не так, если что. Остается не так. В принципе, ты Гена вот видишь, и я так понимаю, что два оставшихся как раз одноместные на третьем этаже и вот давай. На втором, на подъеме. Чувак. Он туннель будет, походу. Тут у него орех есть, не знаю, может, на орех надеется. Ну, давай, посмотрим. Блин, почему-то мне кажется, что у него будет перк оставить лучше напоследок, потому что... Хотя, с другой стороны, смысл. А вот он, вы, походу, два толбокса закинули? Да, походу, да. Значит, почему так быстро зачинился? Ну, я один точно. Там в порядке лежит. Блять! Я этого не хотел делать. Я готов. По идее, одному надо открывать, а второму спасать. А второй ты где? Кусок ворот. Она не рядом с тобой вылезла сейчас? Ух ты! Вот где-то примерно тут я и сдох. Ну да, все.
моя концовочка тут. Деду стоит открывать. Он бросил кровь ее спасать. Ну, в принципе, это... мне тут явно без вариантов. Просто я хотя бы время потянул, пока у меня ничего. Ой. Мне нужно спрыгивать, либо каким-то образом глушить. Чувак, давай. Я так понимаю, там он тебя это успел. Поэтому у него особо не было каких-то этих. Третьего нашел. Твою мать. Сбеги, чувак. Нихер. На деда ни у кого нет перка. Даже у деда нет, нет деда. Да? Страшно. Если попаду, то все. Чувак, чё ты мне не это не найдешь? Серьезно? Найди хоть вон сзади. Хреново. А я ждал, думал, посмотри, кто тобой появится. Да чё ты, блин? Что же бешено? Отпустят, нет? Как думаешь? Нет, конечно. Я наоборот кипал снизу. Он до этого не нашел нахрен никакой трюк, на который меня можно было засунуть. А в этот раз уже нашел. Ёб твою, сука, мать, блядь. Закройся, ебучий, блядь. Что? Ну, опера какого-то хрена открылся. Оглушители ослепите Аланом Вейком. Три раза за игру? Угу. На этот раз три раза. Фонарей у меня нет. Короче, прожался, готов, пока отскочу. Хорошо, ты понял. Что-нибудь надо поставить, чтобы слепануть. Так. Хер бы с ним. Так, тревогс, пока что духунькая невозможность. Так. Что-нибудь цвета из этого граната? Нет. Как у нас там... Давай, фугасная мина. Во, слышь, мне она.
Слепить чебурека я что-то понять не имею. Чем нет? Че, развалим сейчас их? Блин, ну постараемся сейчас, будем валить прям по жестко. Развалим К1. Слепим и глушим по максимуму. А у тебя что вообще за задание? Снимать с крюков. А я буду валить. В итоге ни у меня, ни у тебя ни хрена не получится. Да я особо, как бы, это она там 10 раз накопительно, я даже и... Кто ты, чудовище? Сзади что-то там кружится. Ты хренатори двигался там сзади вас. Может, это четвертый сорт там двигался? Там он тоже чинит, и там ген есть. Ага. Трэпер. А, вот. Я вижу, походу просто а, трэпер да, со своей стороны карты ходит, ставит. Ну, пойду на чуть ту сторону. На них сажаться. Ну да, да, трапы здесь. Так, погнали. Рядом была, но нет, но не заведенная. Как странно он это бьет. Ну что там там шибанул какой-то ген? Идет. Идем. Ты видишь, что он идет, да? Он за поверкой бегает. Я не понял, блядь. Ну, судя по тому, как он за ней бегал и пытался он, ее да. пробить, он стены сюда. Там попадая. Так. А что ты пошел делать? Типа это? Снимать? Снимать или подставляться будет здорово? Как бы это на трапу, просто тебя набегает, сейчас тут трапа может быть где-нибудь. Может быть. Здорово. Гламурный подонок. Пару снежок. Да ёб твою. Красавчик. Зачем я вовремя, блядь? Да он заебал. А ты спадает, вам друган сейчас падает. Ну, куда? Будет вешать. Ему пофиг на ген будет вешать. Пойду еще на один горячий ген. Он стоит вот. О! Прям рядом поставил. Пососите. А пососал? В размен? В размен, да. Если чё, если вдруг спасать будете, короче, со стороны от меня слева. А чё, можно спасать? Ну, если... По левому будет. Плечу от тебя? Да, по левому плечу от меня. Короче, слева и справа теперь. Он пока крутится здесь. Сейчас, ну-ка. И слева и справа. Он прям вот здесь крутится, пока подожди. А я вот слышу раненого. Он ставит в этот.
Так, он пока здесь. Ну-ка, кружится. Блять, может я и так спрыгну? Если сейчас кто-то подойдет, у меня сейчас все перестанет работать. Ага, все. Он тут со всех сторон затрапил. Чем странная тактика, если даже это даже не подумал. Короче, подожди, сейчас, ну-ка. Я успею, наверное, спрыгнуть. Блять, не подходите. Все, отхожу. Все, я снимаюсь, нахуй. Потому что он, блядь, какой-то этот. Чудной, нахуй. Ну, я пока... Уходи. Ну, если на подставлюсь, ладно. Прощение. Я вообще бегу. Он меня опередил, осторожно. Он следом за тобой. Сейчас он тебя, наверное, все-таки это... Уходи, блин. Да скотина, блин. Он прям хочет это. Затуннелить. Да. Ну что, сможешь? Давай, пробуй. Давай. Пробуй. Я попал, попал, скотина. Ага. Послышал? Ну, вообще в идеале нам бы сейчас на Гена накинуться, дать 5 генов, а он тебя спасти. Может, пока что-то все перестали чинить. Это тот самый крюк, да? Это тот самый. Я про это говорю. Про это хрень я говорю. Что, не будет поднимать, что ли? А под окном есть трапа? Под окном есть, там под одним. Вот. Вот под тем нет. Под тем, где ты сейчас. Где я стою? Я рядом с тобой еще трапа вижу. Ну да, рядом со мной. И еще через окно вот второе. Через вон то окно. Там было что. Вот здесь прям трап. Он меня решил за это. Это я специально подставился, я думаю, ты понимаешь. Я понимаю, но это говно, блядь. Ой, я лоханулся. Я думал, он лох, но ладно. Главное, что тебя не убил. Чините где-нибудь. Я не знаю. Мне походу, он я на тот же. А нет, на другой. На тот же, на другой. Ну вот, где я вешу, на втором этаже нет есть. И по идее, еще ну, с другой стороны карты должны быть, потому что мы чинили все с одной стороны карты. Они меня лечат пока что. Там, где она попалась. Все, убегаем на. Там еще одна раненая. Теперь две. Да я знаю. О-о-о. Да у меня первый повес будет. Давай лучше накинем что-нибудь починить. Давай я тебя спасу, что ли. Он тебя что-нибудь рядом с тобой ставил? Нет, со мной нет. Ты уверен? Уверен. Так, ладно. Что, прям здесь? Пошли наверх чинить. Давай. Потому что мне кажется, что ни хрена не выйдет нормально ничего из этого. Говна. Так, ну-ка, где мои инструменты? Так, вон там баба бегает, она... Печально себя чувствует. Чё, я предлагаю буду... тебе бежать куда-нибудь на другой конец, блядь. Да. На другой конец карты сейчас чинить. Я пробую спасти. Может, ты тебе нельзя уже лететь? Иди спасай, я пробую сейчас идти на другой. А Локи, где-то вон там он должен быть, где-то вдалеке. Подожди, так тут заведена, наверное. А, нет, не заведен. Как раз я прям пришел к нему. К одному из. Отлично. Иди спасай. Чувак там пока будет бегать. Лёг. Сказал, по сути, здесь надо чинить, потому что он не особо сильный, сейчас вычините и все, и профит не будет. Террор, люди, не тряпки. Да боюсь просто на трапу нарваться.
Она тут есть. Так. Спасибо. Начинил. Он за ней пошел, не за мной. Ой, ублюдок. Давай. Давай, ладно, я сделаю. А я вижу, где ты открываешь нормально. Пока тут в палетке покручусь. Она там где-то в центре. Она там где-то в центре, прям буквально. Че, открывай на полную? Ну, открывай. Или нет? Блин, они бегут, попробуй подставиться, они бегут сюда, ну плюс-минус давай, сюда. Давай. Ну давай. Клаудетка, ты куда? Клаудетка, вернись, мы похилиться можем. Да иди сюда, ёмочка, давай. Она тут, а, у нее тут свои, свои у нее штуки. У нее тут свои нюансы. К нам зеленые бегут. Эти? Да. Тебе надо ту попробовать подсейвить, чтобы она успела выбежать. Да убегаем. Блин, да. Ну, клаудетка еще ладно, ее типа это. Она еще висеть может. Он опять позвал, пошел тут добивать. Да она куда пошла? Блин. Тихо. Ты уходи. Да я хотел помочь. Так же быстрее будет. Но ты с другой стороны. Тут просто место такое не особо удачное. Давай сразу все залечим. Наверняка. Ну что, помогаем? Давай. Иди сюда, иди, давай. Вон и, блядь, туннель, нахрен. Давай. Ну, а здесь крюк рядом. Да понятно, туннель, поэтому я говорил, что нужно пробовать это ее спасти. О, сука. Что-то надо пойти. Да, я не могу. У нас выгоняет. Давай. Да, ну нахер. Надо было, наверное, даже, знаешь, мне упасть. Для того, что я висеть еще мог, может, он меня захотел бы повесить. Да я что-то не уверен. Ну это какой-то прям говенный, блядь, ублюдок. Он прям хотел конкретно, блядь, прям для этого чувака домотаться. Но сначала за тобой хотел. Да. Но он меня уже почти захреначил. Так-то. Он почти закончил то, что хотел. У него же получается так, что типа за мной типа не успел, а как итог чувак в принципе оказался крайним. Ну чё, заходи. Подлива. А чё у тебя по разрядам? По разрядам? Да все печально. Ну чё у меня по разряду? Четвёртый серебро убийцы и второй серебро выживший. Всё. Я максимально, насколько помню, только до золота, до четвертого доходил. Даже до первого золота ни разу не доскакивал. Так что вон чувак пишет: привет, легенда. Ни хрена это не легендарно. Не знаю, что это за место, но я думаю, что я здорово влип. Угу. Отлично.
Хорошо. Хорошечно. Прям замечательно. Ну и чё, давай, находи игру. Быстро. Что, погнали. На этот раз нам все-таки нужно его завалить. Кого? Ну а кто там будет? Что-то типа убивцы. Киборг-убийца. Киборг-убийца. А, блин, а чё интересно, какой-нибудь там терминатор не в сандалии? Ну, это нужно Например. договариваться с правообладателями. Ну, договориться с правообладателем. С такой же радостью они могут договориться и с тогда с правообладателями сверхъестественного, например. И Ну и как вариант добавить что-то оттуда. А там добавить оттуда можно очень много. зачем, если можно придумать своего, который топориком хрясь и эти шарики бум-бум, как там было? Завтра, который выходит, короче. Ну, такого придумать, извините, это было прям вот это максимальный посос. Я не знаю, если как-то они дизайнерские и, в принципе, его чисто визуально его не переделают, это просто посос. Прям максимальный. Это чужой. Не, ну визуально его никто не будет переделывать, но в том плане, разве что это. Химки там эти скинчики будут прикольные, это может быть, и там поменяется внешний вид его. У меня вылез. Сгорел. Хвостом пробивать не будет. Это как пароли. Это оно, да, это правильно все понял. Чё, где чинить-то? Ты тут, я смотрю, восставляешь, а где чинить? Да я просто вон там дальше иди. Опять залез в этот свой. Где-то. Где-то сейчас вылезет, и так, пока он А там если лазит, у что? него Если способка что, отрасту. если что, он вот он, знает, где у нас. О, получил, окаянно. Он за мной прется, если что. Мне не Да. нравится. Починить турель. Починил. Он ее не совсем сломал. Эти шламы, придурок. Отбегал что-то. Сейчас упаду, конечно, ну ладно. Ох ты, пад! Это было хорошо, я прям хорошо с ним смог. Но Сейчас ко мне придет. упал возле крюка. Да, он к тебе подошел. О, блядь, я его проглядел. Я только слышал пищание этих. Но он, да, он его сейчас, подожди, вы буквально параллельно идет. Лоханулся я, а нет. Так объятно. Ну да, я здесь просто не перетянусь никуда. А, у него уже хвост этот появился. Хвост вырос. Лох. Мы справимся, давай куда-нибудь. Давай куда-нибудь пойдем Вы справитесь, а и мы в нет. другом месте. В другом месте где-нибудь справимся.
А там Генри, по-моему, этот, я не дочинил, он горячий, да? Или вы дочинили? Нет, не дочинил ничего. Еще вернется. Ну, он в вашу сторону идет, но... Ну как ваш? Пока палетку ломать сейчас будет. Он прям идет? А, да. Он палетку ломает. Ломает, ломает. Теперь в вашу сторону. Да я вижу, лучше, лучше уходи. Я дочинил. Все сняли? Да. Пойдем во втором тоже починю. Хотя, может, там чинили уже, это что чинили? Ты пародируешь Гриффина? Нет. А что, похож на Гриффина? А что-то в этом есть. Ну, похоже на, может, что-то, блин, чуть-чуть. Похоже на ёжа. Я опять сейчас на тот же крюк прилечу. Я что-то тебя не вижу, кстати. Слепота нет. Вот, сейчас смотри. Я вижу такую же. Видишь? Да. Видишь, да? Мне что-то очень нравится. Я вам спасут, нет? Да пытается что-то. Скажи, они рядом, нет? А то я далеко. Одна бежит, одна бежит. Ну ты, я так понимаю, там сверху сидит, да? Да. А, она тут что-то присела и сидит. Ладно, пока десантируюсь. А у него перк. Просто. Он рядом, у него, рядом. У него перк его этот родной, потому что сейчас закричал. И слепота. Ой, он рядом, он рядом. Тут, тут все. Я закончил. Слепота. А, ну слепота, она из-за этой и работает обычно. Да, пошли в дом. В тот дом, вот тот, ну, верхний. Да. Могу тебя аптечкой захилить. А поч... Или она починила сейчас не здесь, а она здесь добила, да? Да, давай. Да, 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 давай. Рыбака, чего? Я знаю, на улице есть, на дороге прям ген. Там был, да, да, да. Сейчас надо сейчас с этой стороны посмотреть. А у меня спокойствие ухо. Ой, блядь, он там ползет. Это падла там ползет. Только что, блядь, была. Так, ладно. Я снимаю. Я чиню. Я сзади. Я чиню максимально далеко от вас. Я получаю пистолет. В другую карту. Я получаю пистолет. Да нет, Ребекка, красава. Он не даст мне закончить, значит. Вообще не, никак. А мне ада присоединила к починке. Это хорошо, но, блядь, только сам прикол, что яд нет. Я уже, скорее всего, не жилец. Все. Я на том же крюке сейчас и сдохну. Ой, не. Все. И сейчас похили. Нет, это. Это момент. Мне пол даже пол так кусили, да, это был момент. Ну, ублюдок, я что могу сказать? Адреналин, вон, Зукис. Да я понял, что у меня адреналин, потому что она, я предполагал, что она начала чинить, не попросил меня хилить, и она еще полетела потом, когда генвы. Ага. Блин, а что не открывается?
Они все в одном месте. Они здесь, которые А ворота, или тихо, они где? ползут, подожди. А ты-то где? Они эти открывать или другие? А, Да, эти. эти. Он же шкаф у нас Если что открыть. там, Что-то да. только пока особо на этим перком Он не куда? Он пользуется. к ним, он к ним, он к ним. Обе открыли. А что, одни ворота и другие открыли? Нет, они это. Они обе открыли. Одна другую прикрыла, короче. Типа она ударила в одну, вторая ударила в другую. И все. А что так темно? Беги нахрен, беги. А я люк хотел поискать. Подожди, а сколько там требуется для того, чтобы перса купить? 9000 вроде. О, не, да. У меня только половина. Я могу купить пол перса. Закончу одну эту. Так, тут есть тортик хотя бы что-то. Думаю, как раз чуточку бладпоинтов хватит на сурва, а мана уже 13-го после того, как эти дадут обновят скадоранги. Нужно будет чуть качнуть. Смотрим на удачу. Мне опять же нужно ослепить, ударить там палеткой и прочей. Но в основном я сейчас буду просто получать пизд. Фугаску ты не ставишь, да? Кого? Фугасную мину. У меня она установлена. Я починить толком-то и не успел, если что. И у меня она заполнить не успела. Так что это уже какая-то шляпа. Кто у нас там? Виторио. Италия. В паладинах захреначил достижение, которое есть у 2% игроков. Напряженная ситуация. А это что за штука? О, Divinity. Coffee Talk, эпизод 2. Кофейный разговор или чё? Разговор под кофе. Кофе разговаривает. А, токен. What sick nightmare is this? Это Аня, да? Кошмар. Наверное, это Аня. Да, это Аня. Не, она, кстати, рядом с нами. А еще у нее колыбельная. Увидела. Увидела. Мы вместе чинили. Она провахнулась. Хочешь что-то радовать? А где этот? Тут этот есть. Тотем? Да. Колыбельная я. Да, я
ничего, погибли этим. Так, только что, блин, прилетел рядом с ним топорчик. Вот топорчанский. Топорян. Попала рядом с кем-то. Или с песком, что кто-то рядом. Сломал, да? Да. Спасибо, дерево, так бы попало. Спасибо, центру. По-моему, к вам возвращается. Наверное. С тобой крутится. Она перед тобой прям пробегает. Пробегая лошадь. Ой, сейчас меня найдет. Мне кажется, она меня уже увидела. Да, так и знал, что прервет. Ладно. Она примерно под которым тебя выдвигается. А еще тебя выхилится, по идее. В идеале бы. В идеале? В идеале, мне кажется, у меня куча выйдет. В этом формате 100%. Так. Добьешь? Я сейчас отпущу аптечку. Нет? Что, кого добью? Тебя? Да. Резко. Может, нет, мясник. Мясник, да. И давай я тебе последнюю аптечку на тебя. Посмотрите, что быстрее получилось. Ладно, он будет столько пробивал. Just a scratch. Это просто рад не нравится. Ну, он тебе спасать. Это ген явно выйдет. А ну ты рядом с висящим тоже есть горячий дед. Да я знаю, блядь, это еще нахуй этот чувак начинал показывать, где тоже. Он еще его начинал ходить. Ну он таким темпами фазы ему закроет.
совсем рядом сидит. Угу. Спасает, спасает. Все. А наверху починили? Честно, не знаю, мне кажется, нет. Но точно не могу сказать. 100% не уверен. Вот он есть, Ген. Я вижу. А чё вы первый повес так? Он вроде движется. Ну всё складывается нормально, если не вы первый повес. Уходи, наверное. Сломала, тут еще скинутая. Ага. В сторону лачуги вот пошла плюс-минус. Да, вижу, вижу, вижу. Пойдет спасать. Я пока сел чинить, не знаю, чувака не понять, спасают. Этот, как его? Эйс из конь не туда? Он выходил, да, этот туда, какую-то сторону. Но где-то рядом со мной, нахуй. А чё у него шкала не движется? Висящего. Может, блять, из-за того, что там вряд ли чувак находится. Да? Ну там видишь, какой-то перкал, блять, вряд ли находишься. Да куда ты, блядь? Я смог туда встать. Местечко. А, топоры берет. Открываете. Но я все равно повисну, я не добегу до ворот. Блять, я рядом с подвалом бегу, вот это максимально херово. Блять, они какая-нибудь спину подставят, нет? Да я, блядь, нет. Там этот чувак. Давай. Ставит. Блять, ставит, а там наед. Ну, главное, не сбегайте, наед поищите, типа это, ну, не сваливайте в ворота. Хотя тебе можно, тут я последний повес. С другой стороны карты бегает. Свернется. А этот наед ломает, не говоря. Но с другой стороны, чувак, он ломает, а он все равно раненый. Он, у него и так он четко будет. Логично. Твою мать.
мной. Парень, сука, ебучих, блядь. Чувак теперь думает, нахуя я спину поставил? Технически, да. Бля, тут тоже знаю, что меня нет. Опять же, два, блядь, ёбных. Оглушение, ослепление, блядь, и всё. Nice skill with... Ну, я... Типа, продает, короче, да? Пасос, блядь. Курва. Ну, в принципе, я апнул красный ранг, меня все устраивает. Не, я против нее долго бегал, особенно в конце. Да не, меня надо хорошо цель. Типа, где мы, а где мы с ней начали? По итогу я потом с лачуги перелез через центральное здание и перетянулся еще в ворота. А вот откуда начала она за мной бежать, я ее даже не помню. Не важно, где вы с ней начали, главное, где вы с ней кончили. Будете, да? Да. Не важно, где вы с ней начали, главное, где вы с ней кончили. Охотница. А что, ну, это можно, если что, типа, цитату ебануть. Нет, разве? Можно, конечно, это он и сказал. Кто я, блядь, а чё? Я с охотницы даже не начинал. М? Радужная карта, ключ скелета. Я готов. Готов вар. И ищем пока потихоньку, где у кого это можно чем подфармить. Ты пока еще. Ну, сейчас я пока что, но я имею в виду, что до этого я играл одним персом, сейчас другим. Где что нахожу, да, там тортики. Вот сейчас, например, на зеленый конверт хотя бы на 25% на всем. Ну, даже нихуя нет. Ой, это чепуха. А его так вопрос вообще можно назвать чепухом? Не знаю. Блядство. Что мы там на сегодня? О, отлично. Мне кажется, ли был там зеленый, да? Я ставил зеленый. Крутяк. 25% каждому. За счет. Так, если я апнул четвертый красный, это 700 тысяч. И еще у меня четвертый серебряный. Это получается все вместе. 950 тысяч. До миллиона не дохожу. Угу. Пока что еще. Что завтра с утра нахуй работать, ебать. This is not good. Все в пизду, блядь. Я прям не хочу нахуй. Работать в принципе, да? Ну, блядь, ты все правильно сказал, ну так оно и есть. Бубас. Ага, пиздец. Где у них подвал, нет, не в подвале. А когда он пилой распиливает, ты тоже видишь? Да. Вот только что, блядь, он там плюсов отменяет и справа. Ты, значит, соответственно, наверное, слева где-то. Блядь, я что-то это... А, нет, это от тебя слева я. Ебать,
Буба, пожиратель палеток, блядь. Сейчас буду вокруг камня бегать. Творче третья печать у него. А что он? Типа, если он тебя ранит, у тебя слепота будет. А этот палет, кстати, тотемный. Перк, пока тотем не сломаешь. Ну, так ему порч, соответственно, нужен. Здесь не хер стоит. Тотемный, ты мой. Ну, он, кстати, неплохо это играет в том плане, что он умеет за бубу играть. Я за его по камню не бегал, не закрутил его. Ой. О, да. О, сос. О, два гена. Здрасте. Считаю одновременно. Ну, стой, тормозни, ты в этой был, в лачуге? Да, из лачуги я уже забежал. Так, ладно, да беги. Тоже залечу, нахуй. Кто-то будет здоров. Знаешь, он бежит сюда. Он бежит с другой стороны. Другой это какой? Другой это с левой стороны. Сейчас еще раз смотри. Все, уже не бежит. Сейчас бы третью печать сломать, потому что у меня, считай, это уникальная возможность не работает. Вон мы постоянно стоим два бабчика, да? Или что? Ну ладно, я пока сену бы себя начинить. Ладно, спасать кого-то, кого будет. Конечно, спасли. Ёб твою мать. Ирина, ёб твою мать. О, в палетке. А у меня слепота, я не вижу, где там что-то вообще происходит. Так, я пока лечу нормально. Я поднимаюсь. Не, я буду чинить, потому что... Блять, я, кстати, я где чиню, здесь есть тотем светящийся. Сейчас получше пизды. Давай. Охуенно, блин, чувак. Иди, ебан. Я отвастил. Кого сейчас поднимать будет? Ну да, он сейчас будет. Это лучше поднимать. А, ну вы слишком близко, я ничего не сделал. Вообще максимально, да. Я в том плане, что я крюк, блин. Иди там пока, да. Ох, тебя вспомнил, тебя уже. Нет, то, что он меня выкинул, то это понятно. Мне осталось один раз. Главное найти место, где можно пообузить его пилу, против его пилу точнее. Мне бы еще один. Вот он ушел. Порч. Да, порч я сломал. Да. Не, он объект, он умеет хорошо объезжать, то есть его не закрутить вокруг текстур. То есть я в том плане еще пока, по крайней мере, ни разу не слышал, чтобы он отврезался в стенку. А, тебя, походу, продали, да? Походу. Все с другой стороны. А он вечно у нас контроль, походу, встал, типа, между двух. Охуенно, чё. У меня заполняется, конечно, чуть-чуть, но прям очень медленно. У меня вообще никто не заполняется. Да вот, даже... Ебать, я не знаю, если это сбить её нахуй. Что-то на 100, даже 5% нет. О, летит. Соси. У меня тут есть так, последний чувак. Ой, вернее, не последний чувак, а в смысле это. Ты несешься?
бы найти еще одну, блядь. Сука, его въебать, и все. Я могу вздыхать спокойно душу. А я просто сдох. Япнул красный ранг, и могу вздыхать спокойно душу. Иди нахуй. Это я уже не знаю. Вот покиньте игру. Почему эта плетина была бесшумной? Умереться было там не было, никакие он не занимал, где он, я посветил. Что за, блядь, что за? Скорость лечения увеличивает. Да. Интересно, он будет вешать их, или он пойдет меня, если сейчас одного повесит и пойдет искать меня? Не знаю, там он вешает. Я пока даже чего-нибудь не буду, типа, палиться, а смысл? Не надо. У всех последний вопрос. Так будет ли он вешать? Да, он вешает на кайф. Он вешает. Ну, найти пока не важно. Ага, да, нашел. Подходит. Так, нашел и посматривает. Ты по-любому он меня ищет. Не-не-не-не, он посматривает, если ты тут где. Все, ждем. Несет куда-то вот далеко видимо. Отнести. Ощущение, как будто пытается отпустить. На последний момент они, блядь, завесил. Вот это прям здорово. О, здрасте. Это хорошая идея. Как охуяк вам за эти права отметит. Просто реально так закрыл, взял это. Люк. Я даже задание выполнил. Блять. А я нет. Вы понимали. А, у него перк коварство был. Поэтому террора не было. А-а-а. Коварство, это когда он АФК становится на 3 секунды, и все, у него террор попадается. Короче, вот это. Коварно он тебя подловил. Ну, значит, он конкретно за мной попиздил тогда. Убегать от убийцы, смотри, в течение 180 секунд. Нормально. Что там делать? Убегать от убийцы в общей сложности 3 минуты, короче. Ну, накопительно. Да это хуй с ним. Я свою хуйню никак не могу, блядь, пройти. Сука, какой, блядь, раз? Два раза. Вот у меня предыдущий была. Два раза въебать. Сделать нужно. На этот раз, нахуй. Теперь мне нужно это сделать уже, блядь. Три раза. Так вопрос. А какого хрена? Сейчас чем найдем тортик, хотя бы что-нибудь поинтереснее. Удачи пусть будет так же. Я ничего больше нет. Не, я пока пытаюсь Blood Point чуточку фармить. Да мне особо там и нечем фармить. Ну вот я ищу, пока у всех обыскиваю. Пиздучок.
спасать и пиздить этого ублюдка, чтобы там им не был. Конечно, на ней остановимся. Остановочка. Ну что у нас там за хуйня? Почему мы еще не начали? Потому что не находится маньяк, который может предоставить нам. Вам не смешно? У нас просто ММР настолько высокий, что маньяков таких нет. Еба. Я чуть не особо уверен в этом. Так, короче, если я правильно понял, когда ФМК вчера вернется, то есть там есть такие вещи, как, например, Brutality и Камео. Я так понимаю, что сначала их нужно прокачать. До второго уровня, да. До второго или до третьего? До второго. Ага. Ну, до второго, получается, до третьего, потому что там у них они же начинают не с первого уровня, а с нулевого. Угу. Сайдстик. Заблокировано семейными настройками. Да чё, почему? Садистик стик. Палочка садиста. Теперь это были немцы, теперь итальянцы попёрли, что ли? Я не знаю, у меня так ни хрена не открылся. Ну, у меня палочек показана Италия. Гл, хф. Охуенно. Охуенно. Замечательно. Ну и, короче, если я правильно понял, что, типа, если делать камео персонажами как раз фаталити, то есть тебе будет налетать больше вот этого как раз рейтинга, да, то есть именно если чаще использовать камео, то, соответственно, им будет прилетать больше, да? Не уверен. Ну, потому что, например, если я, например, заканчивал камео персонажем фаталити, да, то есть получалось у меня рейтинг небольшой добавлялся к стандартным персонажем, на котором я играю. А тому персонажу, короче, добавлялся как раз гораздо больше. Надо, конечно, блядь, этот весь момент проверить. Мне, короче, еще нужно одно вторжение, и все, я докачаю этих камео персонажей. Там 5 всех? Штук надо прокачать. Всех? Ну, там 5 надо для ачивки прокачать. А-а-а. Для всех там далеко. Не, подожди, а до какого уровня ты? Или до конца? До конца, до 15-го. А-а-а. То есть до 35-го обычно персы, да, идут? Ну, так, такой ачивки нет, это так вообще, ну просто предел, да, я имею в виду, ну то есть... Ну так, да. В таком моменте. 35 обычный персы, 15 камео. Угу. Уровень самого этого аккаунта, не знаю, бесконечно там или есть предел какой? А во вторжении максимальный уровень 30-й. Призрак. Угу. Да. Он чё-то подсветился. Этот звук. Интересно, призрака... Сейчас я смогу нормально запустить. Можешь. Либо мне его нормально перебить. Ах ты, сука. Ебись, это можно подогреть. Мясник. Давай, где, блядь, блядь, ёбаный? Блядь, дайте мне хоть одну, сука.
В подвале по лету было. Ебало, блядь. Блядь, не убью, что ли, блядь? Чё, Бенвис уходит? Нет, Бенвис не уходит. А в сторону этого центрального дома пошел. Ну да, может, ген, может, генчик. Чё-то не Бенвизи, блядь. Ага. О, сейчас согрется туда. Как раз тебя спасем. Чё, там здесь? Ну, не знаю, ну ладно. Только если аптечкой. Уходим, уходим, всё, идем. Но я сделал все смог. Я его в дверях зажал, но он походу все равно за тобой пошел. Пусть сочет. Пошел за мной, сука. Машина одна есть. Уходи, нахуй. Что тут забыл? Леон, ты чё? Леон, ты как бы это... Не волой, не страдай нахуй. Чё ты хуепутальник? А он чё-то за Леон вроде пока. Ко мне припёрся. Леоня, блин. Меня нахуй. Ой, блядь. О, недорожный мясник, нахуй. Да. Ученик. Круто, блядь. Ты еще сразу когда? Ой. А че это было? Он меня повесил, ударил и ливнул, что ли? Да. Стас. Охуенно. Че там, че там? Вот, вот че там. Все просто, блин, он просто понял, что с нами играть не стоит. Это слишком скилловый, блин. Блять. Сука, болит глаз все-таки. Есть ли фингалоид, интересно? Талита, два тортика. Тортик это круче, чем конверт. Тортик какой? Террор-мису? Нет, террор-мису, я не могу здесь быть. Почему? Потому что террор-мису давалось на годовщину, у меня компания была во время годовщины. Что значит и перса не было, да, на тот момент? Фактически. Да. У тебя вот как раз в этом промежутке где-то между тем и между этим, да? Получилось все так. Поэтому все так произошло. Command and Conquer. Generals, блять. Бить, сука, надо. С нами Райан Гослинг. А я Рай, Райан Гослинг, 100%. Хекс, инвертированная логика, логик. Логик, по-моему, блядь, что-то другое, да? Пойду чай бахну и вынесу. Это хорошая эта тема. Thank you.
конечно, личное подношение, зато плюс 100 очков. 100%. Смотрим, что это. Фармим, фармим. Ну и чё? Okay, here we go. Так. Ехали, блядь. Чё, он двухместный или трёх? Для трёх вроде. Кто? Пирамида. Напитки есть члена головки. Где он? Да он выходит. А я не вижу. Вы этот террор слышал, я бы понимать. Ну, за тебя. Ну, то есть, ты, если рядом то будешь чинить, да? Да. Справа. Сзади. Там плане задняя. Это Райан Гослинг зашел, короче, после этого отдохнуть. Вручение Оскара. После адреналина, блин, да? Он после адреналина, да? Адреналин это будет? Драйв, драйв, драйв. Драйв, сука. Я тупой. Он в очаге. После драйва он нет. Он не умер, он сюда поперся. В адреналине большой. Стэтхэм, блядь. Там и маньяк, и оба других сурова в очаге гоняют. Ну, по-моему, заебись. Конечно, заебись. Все, блядь, конечно, хорошо, только нет, что делать, блядь. Мне нужно ебаться на эти полетки. На кого мне тебе полет, если быть? Спасибо. Я сюда. Мы все чиним уже, пока они там гоняются. Значит, пока потратим аптечечку. Фугаска сработала, да? Да, его ебало. Пирамиду мне в голову унесла. Есть пробитие. За хельми тебя возможно. Давайте мне за хельми. Ну ладно. Я подбежу. Ладно, печку там все чуть-чуть осталось потратить. Да, у меня ничего нет все равно. Тем более ты говорил, там гибли Франклина. Да. Да. Блять. 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 Ради этого и хилились. Успел. Да он не умеет, он доедется. Я в лучок сгоняю, мне кажется, там есть что-то.
А он прям вот тут съебал уже. Мне еще один сука просмотрит, если получится. Так, он ко мне пришел, плачу. Надеюсь, тебя кто-нибудь спасает. Инвертированная логика. Ты, кстати, бежишь к нам. Это не я. Я в лачуге, он меня ищет тут. Да, да, значит, все. Заебись. А что ты ее выложил, блядь? Вон. А, теперь вот я к вам. А, вон сзади тебя, кстати. Да я знаю, я просто на гибкости улетел, поэтому меня подпроебал немного. Бей. Даже пробития не было, поэтому я не могу сказать, что есть пробитие. Он меня бросил, кстати говоря. Не, он в сторону лучуги пошел. Ну, зачем? Сейчас, конечно, не знаю. А, не, он меня опять нашел. Вот сука. Ну-ка. Да не особо. Чуть-чуть его с агрю на себя попробую. Спалил. А? Он ко мне не идет. Он резко Wi-Fi пропал. Не думает вообще ничего. Не идет, сука. Ты ничего не испачкаешь? Нет. Мы играем вроде. Фугаску? Да. Чтобы поставить, там нужно отпускать ген. Раньше, по-моему, можно было в процессе починки, а сейчас отпускать надо. Карты не знаю, не факт, что ты успеешь еще, не конечно, придет как раз и пнет его. Тебе еще один раз осталось или сколько? Да, один раз. А не, Райан Гослинг только сейчас повис, я спасал Хекса. Пусть он его ебнет, этот ген, давай. Слепись. Ну, сука, не трогай ты меня. Не трогай ты его, блядь. Давай. Не трогай, блядь. Блять, иди надо. А хуй. А почему? Ну бывают такие маньяки. Да пизданет его, сука. Я сейчас, блядь, если ты его не пизданешь, я тебя сейчас пиздану, сука. Где это, блядь, иди надо? Где этот похуй ебал, блядь? Он же не пизданет. Ой, блядь, такие ебаные, блядь. Падла, блядь. Где я, сука? Где еще как-нибудь полить? А, кстати, он ударил в часы или в орех. То есть чувак не упал, которого он ударил. Но мы теперь знаем, что на яд есть. Я знаю, да? Я не открываю ворот. Можешь рискнуть побегать по карте на яд поискать? Я думаю, наверное, все-таки, блядь, рискну. Так, вторые ворота тоже полные. Ой, на это нашел.
точно. Короче, он рядом со мной. Ну и маньяк, и наед. Я понял, я вижу. Так, он что-то ломает. Палету. Я сейчас упаду в воротах. Вот, да, ты бежишь в сторону наеда, кстати. Он тебе, наверное, светился. Я знаю. Да, он меня подсвечивает, я сижу. А он, блядь, я в лачуге, походу. А, ну, он, в принципе, сука... я рядом с другими воротами, по-моему. Он, сука, возвращается ко мне. Он, сука, только что... Да, я появился рядом с другими воротами. Чувак вообще уползет, нет? Да, 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 успел, успел. Все. Там анимация прошла как раз, что он это типа уполз. Ворота. Я это, сука, сделал. Засадить. Риджи, сука. У меня вообще преследователь убийцы был. Я ради такого это следует написать. Еще, блядь, не успел сломать, конечно, наед. Не успел от него съебаться от этого, блядь, ублюдка с наедом. Наед уже, блядь, хорошо. Вот еще успел в этот момент его оглушить. Как Алан Уэйк получить эмблемы Светоч радужного качества. Ладно, будем чинить. Просто, да, много чинить надо. Что у вас там на генератор есть? Руки. А так, не знаю, прояви себя. Какие тулбокс. Руки? Дежавю. Как вариант? А какие руки, ты спрашивал, прямые, и все, и чинишь. Да это, блядь, конечно, хорошо, но быстрее ты от этого все равно не будешь чинить. Ну, по сути, Светоч дается там не за быстрый починок, а за количество. Да, понятное дело. Нет, ну, понятное дело, ну, то есть, чем быстрее ты починишь, то есть, тем, соответственно. Так. Очини... Очисти или благослови тотема, какой-нибудь навык. Пусть усердие будет. Сломаем тотем и будем. Ну он же потом обратно возвращается, то есть ваша скорость починки генераторов увеличивается на 10%. Это бонус удваивается, если вы очистите или благословите проклятый тотем. Это усердие активируется, если вы потеряете уровень здоровья. То есть если проклятый вид, будет еще, блядь, 20%. Получается так. Ну, сейчас будем усердно работать над этим. Ну, это явно проще, нахуй. Почему такие, блядь, задания, нахуй, ну, не соразмерные, блядь. Ебаните три раза, блядь, нахуй, палеткой, а потом получите, блядь, этот, нахуй. Светоч. Светоч-то, блядь, все-таки, наверное, попроще будет получить. Чем, например, блядь, оглушить кого-то, либо ослепить. За один раз. Буквально, блядь, сколько нахуй я, сука, раз играл. И то есть у меня получалось два раза, блядь, я сделал. На третий раз я сосу. Все, меня, блядь, либо вешают, либо, блядь, либо просто приходится сбегать. Варгреймон. Испания. Опытный Алан. Сияет. Они вместе играют. Ну, я так понимаю, наверное, уже да. Нихуя себе. Этот
чувак, короче, God of War. У него на 37. Да, то есть на всю, на платину пропройден. Spider-Man будет на платину. Ебать. Варнет. Helldivers он еще поигрывает. Ну, God of War самое жесткое, это, наверное, этих, как их убивать. Скажи мне эти. DLC, что ли, которые? Нет. Кто они в этой мифологии-то? Валькирий там надо убивать, там потом королева Валькирии самая жесткая. Ну, типа вот, она сопоставима с боссом из Dark Souls. Отряд самоубийц, конец Лиги Справедливости. Дохку. 28 из 50, блядь, этих. Короче, ачивок выбито. Хогвартс наследие, блядь. 9 из 45. Кстати, блядь, ачивки на русском. На удивление, блядь. Ёбный Warner Brothers, блядь. Уёб. Окей, here we go. Вмешательство. Значит, я так... Это казахстанский чемпион. Так же как... О, кстати, блядь, уже нахуй я его вижу. Да он, а он видит меня. А я вижу то, откуда он пришел, значит, там нормально все. Он, по крайней мере, видел меня, может быть, потерял или не пошел просто. Да похуй, хуй на него. Так, теперь где у нас тут нахуй какой-нибудь ПТМ? ПТМ, блядь. Самое проблемное. Я вижу, как он за дуайтом бежит. Я не вижу тотем, блядь. Тотем есть в этом. Типа в мини-лачуге, на которой по лестнице можно подниматься. Ага. Здесь понятно описал. Там есть во внутри. Понял. Ну это мне сейчас нахрен, я так понимаю, нужно пробегать вперед. Чтобы в нее попасть. Да, я тебя сейчас видел. Я нашел. Очищаем это дело. И это будет заебись. Так, они там сверху где-то таращится. Блять, уже нет. Сука. Мне надо хоть переключиться. Что в мою сторону пошел. Ну, то есть он не там, где я был. Чуваки, он знает там сколько. Свет, чего мне, наверное, не будет. Опять скамер. Ну, где Надя? Верно, есть. Ну, потому что сквер на этом мы в курсе. Нет, ну, я имею в виду здесь, что ну, там-то сквер ничего не осталось. А, типа еще никто не падал, и время еще не вышло. Там где ты тотем, ломал. Тысячи генов, да? Больше того человека, который, блядь, починил
Раз починить мне эти претенденты вчера. Ау. Ага. А ты сейчас со скорой скоростью чинишь? Ну, по-любому быстрее. Ну, так уж и быстрее. Чубрик. Так, он ко мне сейчас идет. Сейчас я опять огребу пизду. Меня выискивает. Я поэтому на спасение потихоньку выдвигаться. Что-то где-то... Блять. Ну, блять, заебал-то, я сейчас упаду. Да. Я просто сначала ножами закидал. А у меня нормально так закидал. Ну все, у меня сейчас что-нибудь увеличено. Эй, алло. Я ж, блядь, тебя сейчас... Я сейчас приведу к тебе, если ты меня не залечишь, сука. Эй, алло. Так, тебе там ничего не подается? Нет, пока я повешу еще. Чуть-чуть. Готов. Отлично. Так, чё, выбегаем. Just a scratch. Охуенно. That's ironic. У нас два гена остался. Так, он слева. Я ебашу. Он, конечно, он возвращается ко мне на текущий момент. Вижу. Сейчас фаза уже подпродается. Может закрыть ее специально достоять, чтобы она это... не количество генов, а количество, типа, вот, ну, прогресса починки. То есть, грубо говоря, ты можешь чинить там, чинить отпинали. Я фигуру на этот раз. Кого-то мне сказал. Ну, да. Пошли. Ну, все, сейчас... Короче, дает мне пизды, и у меня так как фаза продана. Получается, это твой последний. Да. Блять, где ты, блять, где нахуй? Слишком близко. Или это не ты. Я вешаюсь.
У тебя, кстати, конкурент у этого. У Донка, Дох, короче, у него тоже такой эксперт, как у тебя. Угу. Если он его совмещает с внутренним исцелением, что типа когда ломает, то ты можешь еще в шкаф залезть и исцелиться. Угу. Думаю, успеет. Но он ждет, чтобы я спасти. Да блин, он там еще не дает получить. Нет, он до этого. Нет? До этого он спасал, по-моему, этого. Твайта. До этого. Ну, блин, Джейн Робар, блин. А, ну ладно. Он, наверное, меня будет. Не, пока вроде Джейн. Тогда можно долго будет захуяривать-то. Так, я пойду пока что-нибудь чай на себе попробую сделать. Ну, попробуй.
я смотрю, как они доигрывают. В смысле, блядь? Ладно, я тогда отменяю, а то я думал, что ты это... Я тоже, блядь, нажал нахуй. Отыбаться от этой всей штуки-то. Чая у меня нет, зато у меня есть чайник. Отлично. Это как у Джека Воробья, у меня нет ключа, зато есть телефон ключа. Да-да-да, это лучше. А, определенно лучше. Так жарко-то. Весна. Ебан. Замечательно, просто отлично. А ты что там? Все? Кто? Ладно. Чё, я пролился. Я вот думаю, знаю, наверное, крайнюю и все. Ага. Ну, наверное. Посмотрим, как что там. Нас там никак не найдут. А ты ведь в Rise Son of Rome не получил все достижения, да? Учись, у меня вон в друзьях чувак за 2,5 часа получил. Ты уверен, что это? И все 6 декабря в одно время. Хуйня. Вообще хуйня. Шинима хуйня. Где, блядь? Вот. Фу, у ящеров обновление, блядь. Да, там что-то я читал. Поддержка двух языков, китайская озвучка, поддержка macOS. Ебать. Хуя себе. А они, блядь, жесткие, типа. Там тоже еще ачивку не выбил. Это конечно, блядь. Выпьешь там нахрен вот эти вот все. Нихуя себе, блядь. Не сильно изменили. Гиг 69, ебать, она чё, гигабайт, что ли, блядь, занимает? Вы чё, ёба, блядь? Всё, я буду мультиплеер, блядь. Так, где там? Так, основное здание. В основном здании. Сейчас какая-нибудь карта закрыта. Угу. Где не будет здания основного. Нахуй.
Не, ну Майер, скорее, что вряд ли, я думаю, скорее всего, блядь, стояла бы какая-нибудь карта, блядь, на шейне на карту. На какую-нибудь такую. Ну, а если не Майер, значит, Ghostface. Ну, либо свинья сейчас. Раскромсает, блядь, понасажает на нас эти. Хератории. Свои. Вот эти ловушечные. И будет нам очень замечательно. Блять, я что, в нос говорю, что ли? Ловушечные, да? Хератории. Вообще жестко. Ну я что-то слушаю просто, потому что как это, блядь. Paramount Pictures представляет. Да, не представляет. Завод страдать, будем страдать. Косточки пострадай, ебать. Да? Типа того? Должно было так звучать? Именно. Когда? То? Да. Это был мелкий пиздюк по террору. Нет, пиздюк, а может эти? Да он бежит вдалеке, мелкий. Ростом с этого... С близнеца. Вот, а, ну вон он шагит. Шаги, да, знаешь, на чём мне сейчас как отрисовано? На камне, блядь. Ну, нормально. Охуенно, блядь, он, короче, там по камням бегает. Его просто апнули. Ну, типа, он теперь может по камням хуярить. А почему нет? Почему он, блядь? Да. Куда вы все убежали? Я тут. Я тут убежал. Я тут. Я сюда принесу. А у тебя не дал бокс в руках? У меня, да. Нет, ничего. Позря. Вот он подыхал. Да? Один спас, другой прилег. У него это перк его родной, перебросил сейчас содержимость. Третий, блять, пинок нахуй. Что тебе спасать нахуй? Я спасу, ты чини, у тебя же надо это быть. Главное, починки. Начинил он хорошенько. Он с чуваком пошел. О, блядь. Не сделал то. Что там пошло, ну? Дело пахнет печенами. Вообще, блядь. Вот это, блядь, не печеное, не пахнет дело, блядь. Тут, блядь, шрам. На тебя перебросилось. Следующий, кто следующий повесит, ты будешь ваншотом. Там шот, блядь. Где-то в центре он, потому что я слышу его, не вижу, но слышу. Я пойду снимать. С центральным зданием сейчас был. Я, ну, я снимаю, нах. Он заджил. И сюда. А что ты, блядь, сел так? Ты думаешь, я тебя буду лечить? А, блядь, к нам бежит. Вот. Джил. Джил, а за ней маньяк. За ней, да, маньяк чела. А, нет, он продолжает бежать. Бля, джиз. О, джиз, джиз. Джиз. У него что, последний повес видно? Да. Где 20? Что за говно? Он типа висел, а Джилл Валентайна его размен сняла. И типа он опять Джилл повесил и догнал его. О, друзья, до гроба. Здрасте. Я сейчас подсвечусь. Сейчас подсвечиваешься. Я еще... подсвечусь. Секунд 10 ты подсвечиваешься, или секунд 20, наверное, ваншотный там плюс-минус. Ну я бегу пока максимально вообще в другую сторону от того места, где это. Ну так.
Я пока еще. Так, все, я уже. Ну он сзади меня был. Ой, ха-ха-ха-ха, блядь, ебла, блядь. Романов, нахуй. Он в одну сторону, блядь, а в другую сторону съебал. Он думал, что я, блядь, вокруг пойду, а я хуй. А, вот все дело. Здрасте, Геннадий, блядь. Ух ты, сука, блядь. Как он, сука, так бесшумно, блядь, подавил? Он что, замешан, нахуй, блядь? Без понятия. Получилось, да, фактически. Понятия, блядь, к тому же Геннадий. Мне осталось починить еще хотя бы один рентген. На меня перебросилось. Пока что я просто закричал, а в следующий раз я уже подсвечиваюсь. А я не закрал. Если поставить искажение, то еще и подсвечиваться не будешь. Он так рядом со мной нахуй. Охотник, блядь, кружится, нахуй. Подожди, он в сторону кого-то идёт, буквально. В сторону меня. А, это ты видишь? А чё так, блядь, это буквально хуярит с тобой? Блядь, ну возле меня, нахуй, кружится. Я ты чё, стебёшься, нахуй? А чё у тебя по этой, заполняется шкала, нет? Вообще еле-еле, блядь. Даже четверти нет, он, кстати, радость. Да, еле-еле. Кого-то, блядь. Не попал. Ебать его, там не мальчик, а мальчик такая, блядь. Пошли отсюда нафиг. Так, он на меня. У тебя часы еще. Пососи. Он, блядь, не отъебывается, так понимает меня, да? Судя по звуку. Он не стал меня бить, он там, типа, за тобой полетел. Ты вообще ну, он, блядь, он нахуя от меня не отъебется. Иди нахуй, а. Шашлык ебать, блядь. Кукольный, блядь, шашлык ебать. Будем пугать, что это я ломаю крюк, да? Я ломаю. Ничего ты не напугался. А, блядь, я, у меня же еще это, друзья до гроба. Заебись я это. Я сейчас еще пизданусь. Я же ваншотный. Вообще хуйня. Блять, одна. Один гель остался. У меня, скорее всего, нахуй так продадут, блядь, точно, да. Такими темпами, блядь. Он все еще не такой хуйня. Я, короче, не знаю, как мне подфартило, но он три раза, по-моему, промахнулся. Да, я ваншотный. Да. Блять, он на это. Я не прожмусь там. Не, я сейчас в любом случае еще разменяюсь. Да нахуй ты. Блять, он не будет нахуй, не затумерил меня нахуй. Все, бежит, бежит, сзади, сзади, сзади. Ёб твою мать, иди нахуй. Уёбок, ёбаный, блять. Шлепок ебаный, блять. Блять, какой уклёт, блять. Иди отсюда, нахуй. Ворота оба открываются. Я не знаю, где ворота, поэтому я не могу добежать даже. Он меня не отпустит. А, блин, а вы где? Вы уже не в центральном, нет? Я не еду. Пизду, блядь. Он там не мимента, нет? Нет, он тут просто нахуй. Затунарил нахуй. Уёбок ебаный, блядь. Посос. Хуй путала, блядь. Блядь, опять на меня ж по этой херне повисло. Уходите в пизду, блядь. Крыса ебаная, блядь. Блять.
чувак. Я че пиздан, я че пиздан, у него четко действует. А не, ладно, закончилось. А, у него еще и наед, блядь, заебись. Нихуя путло, блядь. Блять, знаешь, вот... Заебись. Да, даже не дала мне, блять, Илюк подобрать. Ебать. Мэг, конечно, заебись сделала, хотя бы дала мне возможность попробовать спрыгнуть. Спрыгнуть хотя бы, да, блять. Это, блядь, такие, блядь, подсосы, просто. Ну что, блядь, видите, блядь, уёбки, так, ну что вот этот хуесос? Сверхразумный. Я не знаю, это стоит осуждать или нет. Я даже как на плюс один набегал. Че, все, наверное? Пойду, я думаю, спать. О, палки-палки. Че, блядь, ты... Ну... Вася принес 500 сутки. Слышишь? А? Думаю, пойду я спать. Ну тогда все, тогда это. Давай. Спокойно. Чуть-чуть, что ли, тогда.